Итак, вот открылся ботик. Когда вы его откроете, вы здесь просто загрузите свою фоточку. Да, кстати, это я там. Придумайте себе никнейм, или он сразу же будет из телеги. И вы сразу же нажимаете «Start farming». И сразу же, как только вы нажали эту кнопку, у вас начинается фарминг монеток. Вот, как видите, они у меня идут. Я начал, сколько, 4 часа назад буквально фарминг. На данный момент у меня 360 этих поинтов Bloom. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим то, что дроп coming soon. То есть 100% дроп подтвержден, и мы ждем конвертацию вот этих токенов, точнее поинтов, в настоящие токены. Фарминг здесь идет, надо заходить каждые 7 часов и клеймить свои монетки, свои поинты, как это правильно, скорее всего, поинты или токены. Короче, клеймим просто каждые 7 часов. Если 7 часов проходит, то фарминг просто останавливается. То есть вы зайдете хоть через 10 часов, хоть через 12, заберете свои монетки, и фарминг опять продолжится. Если вы хотите больше монет, естественно, чтобы больше заработать своих денежек, здесь мы видим пункт tasks, то есть вопросики. То есть не вопросики, а задания. И как мы видим, здесь есть задание подписаться на Bloom в YouTube, в Дискорде, в Твиттере и в Инстаграме. И также в Телеграме подписаться на что это такое, Bloom Community и Bloom Telegram. Bloom. Господи, не могу привыкнуть. Короче, прям при вас. Эти задания все просто прокликиваются, то есть вы нажимаете старт, сразу же выходите, и у вас задание, в принципе, засчитает. Также Telegram, я уже, видите, сделал, нажимаем Claim. Отлично, вы получили плюс 90 Bloom Points. А, ну, все-таки поинты. И здесь Join Bloom Community, можем нажать старт, нажать Join, можно и нажимать, я думаю. Так, ну что-то там, все отлично. Можем вернуться в телегу. И здесь немножко надо будет подождать и забрать свои поинты. Можем перейти сразу же в следующую вкладку Friends. Ну, кстати, сейчас заберем обратно. Так, нажимаем Claim. Отлично, еще плюс 90 забрали. Теперь переходим в Friends. Как мы видим, здесь можно пригласить только 5 друзей. Как видите, у меня уже сразу же зашли. Сколько там? 5 минут даже не прошло, уже все позаходили. Короче, кто хочет зайти, просто переходим в комментики, и там все оставляют свои ссылочки, и если что, не волнуйтесь, вы 100% сюда зайдете. Как видите, у меня осталось 0 приглашений, то есть все уже зашли. И вот даже один человек уже пригласил одного друга. Можно эту тему забузить, можете приглашать своих рефералов. Точнее, не своих рефералов, а свои там вторые, третьи, четвертые, десятые, двадцатые аккаунты. Здесь есть такая система, то есть 10% от того, что зарабатывают ваши рефералы, идет вам. И плюс, если ваш реферал пригласил еще одного реферала, то со второго реферала этого идет вам 5% поинтов. То есть я думаю, что в принципе прекрасно. Итак, мы можем вернуться в вкладочку «Домой». И как видим, у меня уже 540 этих поинтов. Так, еще раз вернемся к друзьям. Как видите, по 540 поинтов вообще с каждого человека, вот кроме него, пришло. И здесь видим claim coming soon. То есть скоро будет доступен. То есть мы ждем обновления и будем клеймить свои поинты.